Всем ассаламу алейкум. Сегодня вы на канале Айтыма Жакупова. Сегодня такой нежданный выпуск. Ко мне из Дагестана приезжают мои родные. Мама, папа и брат. Они выехали больше 2 суток назад. Они едут уже 2,5 сутки на машине. На моей машине они едут из Дагестана. Эмоции у меня, конечно, волнение, переживания, так как я соскучился, если честно. Очень давно их не видел уже. Все подписываемся, ставим лайки и жмем колокольчики. Все четко. Али, как? Нормально? Зовут меня Халит Рустам Халитович. Я являюсь отцом Шамиля Халитова. Приехали в гости, доехали нормально, алхамдулилля, все хорошо. Дороги тоже чуть подустали, только-только заехали. 3,5 тысячи километров оказалось, нормальное большое расстояние. Доехали хорошо, валла, изменения очень-очень даже бешеные. Если бы где-нибудь на улице встретил бы, наверное, не узнал бы, что это Шамиль. Все хорошо, на пару дней думали заехать, погостить, иншаллах, и домой. Очень шикарно, Айтым я знаю лично, Айтым был у меня в гостях. Очень и очень даже рад, очень доволен знакомством с ним. До проекта Шамилем тоже смотрел, Юса был наш, соседнего села парень. Смотрел проект нормально, долгое время. Потом вот так вот так сын попал. Очень рад, молодец, Айтым вообще, большой-большой респект. Я не знаю даже, как благодарить его за это. Для всех ребят молодец, очень хорошо постарался. Благодарность ему большая. Особенно вот сейчас, в данный момент, я же говорю, своего сына не могу узнать нормально, который был... Целая гора, сейчас тоненькое деревце осталось. Всем приветики, как вы поживаете? Сегодня у нас новый выпуск, и выпуск уже снова в нашем доме. Мы уже привыкли встречать гостей, но сегодня особенный день, приехали гости из Франции. Ну, проживают они в Будапеште. И также еще приехали гости из Дагестана. Мы сейчас их будем тоже встречать. Вот, так что добро пожаловать. Подписывайтесь на наш канал. Обязательно ставьте лайки. И будем благодарны теплому комментарию. Та-дам! София! София, смотри быстрее! Иди сюда! София! Здравствуйте! Заходите, заходите. Как мило. Я тебя с днем рождения, тебя с днем рождения, София. С днем рождения тебя. Осторожненько, давайте. Компания «Казаки» поздравляем Софию с днем рождения, желаем крепкого здоровья, родителям, конечно же, семейного благополучия. Спасибо большое. И всего самого наилучшего, вот вам сладкий тортик. Спасибо большое. Ассаламу алейкум. Спасибо большое. Куда убежала? София, здравствуйте. Приездом. Спасибо большое. Приехали проведать, увидеть, где наш сын живет уже 1,5 года. И лично познакомиться. Айтыма мы видели. Лично хотим познакомиться с его семьей, с его супругой, которая его вдохновляет на эту всю работу. Если с семьи нет поддержки, вот такую работу делать тоже это очень большой труд. Если Карлыгаш его вот так не поддерживала бы во всем, у него тоже в полноценном размере, как он это все делает, не получилось бы это все делать. И
эти ребята, которые вот в данный момент, которые у Айтема занимаются, это избранные, наверное, ребята, которые попались к нему. И в том числе мой сын тоже. Я просто не могу поверить своим глазам, что за полгода мой сын вот так изменился. Очень сильно мы за него переживали, за его здоровье, за его жизнь. Все равно молодой парень, когда уже 163 килограмма, здоровье катится, вниз катится здоровье. Лишний вес – это потеря здоровья. Я сама через это тоже прошла, это все знаю, и поэтому очень сильно за него переживала. Я даже представить не могла, что вот так мой сын попадет к Айтему, и вот так изменится его жизнь к лучшему. Мам, пойдем, ты что? Куда? Сюда? Куда? Мама здесь. Это мама. А вот папа. Да, это папа. Это мама Харлыгаш. Да. Это мама Шамиля. Пойдемте, что вы стесняетесь? Да. Да. Все мамы здесь. Все мамы здесь, да. Проходите. Ой, сколько гостей у нас. Даже Бахджан здесь. Молодец. Всем здрасте, как дела? Что, сегодня гуляем? Да, молодцы. Хорошо. Че? Че, как тебе, казаки? Я сам в шоке, захожу, они стоят у двери. Думаю, ничего себе, молодцы. Столько тортов, очень много тортов. Будем отрабатывать завтра, да? Ё-моё. Нам придется тоже пойти бегать вокруг ботанического сада. Да? А что привезли? Пойдем посмотрим. Коробки у них такие стариновые, да? Ага. Молодцы. Сегодня будем. А здесь что снизу? Да? Так, а здесь что? Смотри, коробки красивые, да? Вау. Супер. Молодцы. Спасибо, ребята, казаки. Очень приятно. Пришли, поздравили всей командой тоже. Надеюсь, нашим всем, кто смотрит, тоже сделают. Давайте сделаем промокод Жанамен и получайте подарки, скидки от нас. Спасибо. Софи. Это тебе от нас с мамой подарок, еще один на день рождения. Открывай. Это тебе на учебу. Пригодится. Угу. Ну покажи хоть. Ну давай плавай сценарий. Тут, короче, всякие эти. Айпады, майпады всякие. А тут еще. А ты че? У меня же есть айпад. Ну это 23-го года. Да, это новый вид. Поцелуй маму. Он с клавиатурой и со стилусом. Поздравляю. А ты чего так много? На кухне. Забыл. Мы тут посидим, да? Тут посидим, да? Да. Да. О. Пойдем. Так. Бисмилля. Бисмилля. Так. Так, бишбармак. Первый раз в жизни, кстати, пробовать будет. Да. Хорошо, что Шамиль вовремя вес набрал. И в Казахстан приехали. Вот это убери кисюшку. Кисюшку. Ага, вот так. Вот, вот, вот так. Опа-на. Угу. Шамиль, давай. Накладывай. Маме, папе положи всем.
Йоном. Так, Адриан, плюс 5 килограмм сегодня будет. Да. Во Франции, наверное, такого нету. Сауба уже. Давайте положим. При себе как ложит, а? Мясо побольше ложи, тесто поменьше. А, ты специально сперва мне положил, да? Чтобы не предъявлял. Как бы, ребят, вроде вчера мы там были, сегодня уже вот родители Шамиля у нас в гостях. Сколько прошло? Месяц? Полтора месяца, да? Плюс-минус. Первый раз в Казахстане, да? Да, первый раз. Ну, поэтому мы рады, что впервые в жизни в Казахстан они приехали к нам. Мы первые стали. Да, спасибо. О! Привет. Она как-то правильно одеваться должна? А, просто накидываешь, да? Ничего себе. Привет. Сын с моего города. Вот и лапсика. Как она? А, вот это, да? Why down? Будешь капризничать? Рассвет. Через границу еще провезли, слушай. Да, еле. Да? Тут-то что? Опять шашлык? На шашлык поедем? Ой, от души рахнул. Вообще Шамиль вот работал, да, вот где вот это делают? Он вот такие ножи делает. Наш город славится этим. У него даже в WhatsApp до сих пор, да, или убрал? Да, Шамиль Кизлярские ножи. Кизляр. Это на весь мир знаменитый, да. Это вот Шамиль там работал. Да. Это документы. Ага, все от души. Ох, слушай, жарко в ней. Лучшему тренеру этому же Купому от Халитова Шамиля из Дагестана. О, души. Держи. Положи. Рахмет. Его точно передаривать не буду. Да. Они счастливы. Ага. Правда? Спасибо. Сейчас покажет Жан. Объясни тут. Да. Ой. Классный поток. Сейчас меня очень сильно интересует тема, да? Да, классный. Остап потом там этот... Да-да-да, потом закрутит. Это ее любимая тема. Да. Я всем дарю посуды всегда, потому что у меня всегда не хватает. У меня есть тарелки разные. Вот больная вот здесь. Сейчас пирожные положим. Жучки, да? Из вкусных новых посуд. А ну-ка, почему так много мне подарков? Это немного. Это совсем немного. Просто у нас... Вау! Машала. Намазник. Дотя! Это тоже любимая тема. Откуда вы все знаете? Я же... Это то, что я сама люблю. Спасибо. С собой заберешь. Так, теперь наша очередь подарки вручать. Да, у нас... Когда приходят дорогие гости, мы обязательно должны шапа надеть. Это национальный наш костюм. Ой, блин, ё-моё. Держи. Держи. Бисмилля. Долго спорили насчет размера, но, надеюсь, не прогадали. О! Так, мама, идемте. Тоже. Бисмилля. Подожди.
Так, вот такой. Ножа, одевай, иди. Опа! Настоящий велюр. Да. Я на себя не верю. Да. Вот так. На себе взять совсем платье. Вот, класс. На любое платье. Да? Можете тоже в нем садиться пока что. Адриан, иди сюда. Ты забыл шапан свой? Я тебе другой приготовил. В прошлый раз я ему тоже шапан подарил. Современный, да. В прошлый раз у него именной был. Да. О, супер. Так, кто еще? А, вот, да. Это тебе. Это тебе. Угу. Я велосипед придумывать не стал, купил себе точно такую же, как у меня. Это вот такая безрукавка национальная. Подержи, Жен. Держи. О, четко. Как будто это ваша. Теперь, да, осталось спину чуть-чуть накачаем сейчас и четко будет. Да. Мама любит вот такие цвета, тетя Хищница твоя. Получается. Да. А, здесь прям костюмчик. Да. Просто? Это? Ну-ка, на голову. Смотри, с маленькой головой. Давай. Не-не-не, четко. Не, просто она такая классная. Прям видно, что она. Адриан, надевай. Да, чтоб не забывал. А ему очень тоже идет. Во! Казахсын ба? Казахпын, скажи. Да. Давайте раз.